Предстоит выяснить и роль самого Саакяна в конфликте, да и вообще, сколько было участников. По словам адвоката, около 15. Тогда почему задержаны только двое? Он также рассказал, что вместе с братом и друзьями-атошниками пришел на встречу без оружия. А только когда оппоненты направили на него пистолет, нашел предлог отправиться за карабином в машину. И тогда завязалась перестрелка. А в сети появился разговор патрульных после стрельбы о том, что четверо раненых с места скрылись на белой Тойоте и сами приехали в больницу Мечникова. По пути выбросили из машины оружие, а чуть позже полиция стала разыскивать еще один автомобиль нападавших — «Субару».